будьте добры, пишите еще немного. У меня есть время, чтобы пообщаться с вами. Еще раз представлюсь, кто не успел прочитать. Меня зовут священник Константин Мальцев. Служу я в Ейской епархии. Это Красноярский край. Так, вроде я включил комментарий. Пишите, пожалуйста, буду отвечать. Здравствуйте. Наверное, все-таки из-за того, что я на мобильном интернете, смс-ка пришла и произошел сбой. К сожалению, не смог я на все ответить. Я уже представился, священник Константин. Да, все нормально, спасибо Господи. Нет, я не сектант, я священник православной церкви. Чтобы вспомнить, кто такие сектанты, с латинского переводится как отскола, как часть от целого. Слава Богу, ни от чего мы не откалывались. Сейчас видно и слышно хорошо. Спасибо Господи, что подсказали. Здравствуйте, батюшка. Сегодня праздник. Сегодня перенесение мощей Петра и Февронии, о котором мы молимся о семейном благополучии. И они спрашивают святыми молитвами милости Божией. Вот. Неопалимая Купина, которой иконе Божией Матери обращается от пожаров. Вот, привет всем, я делаю иконы, дай Бог вам здоровья, если у вас все получается. У меня вопрос, можно? Пожалуйста, конечно. Я лежу в больнице. Бобылыса Людмила, выздоравливайте. Любовь, прошу прощения. Я сегодня также буду вести трансляцию со своей страницы ВКонтакте. Можно будет еще там задать вопрос, потому что сейчас у меня немножко времени осталось. Священники не будут залазить в эту систему, куда ты залез. Понимаете, есть вот один момент. Кто такие были апостолы? Это ученики Христа, в первую очередь, которые несли Слово Божие по всей земле. Тогда не было интернета, поэтому они несли Слово Божие там. Господь сказал, идите и научите все народы. Мы также выполняем Слово Божие, поскольку есть у нас сегодня эта площадка интернета, мы несем Слово Божие здесь. Заметьте, вы зашли в группу «Батюшка онлайн». Если вы не хотите смотреть, это свобода вашего выбора. Вы можете спокойно выйти, никто вас не заставляет. Лезть в стране, где исторически было и есть вера православная, это абсурдно так говорить. Мы не лезем, мы есть, были и будем. Так, сейчас, секундочку. Так, ВКонтакте найти. Да, наверное, так же. Константин Мальцев. Можете посмотреть, там, может быть, Сергеевич еще будет. Так, как же поклонение иконам, о том говорится в Библии, когда мы читаем, Моисей делал скинию, там были изображения ангелов. Это вот вам первая иконография. Потом Господь дал обрус нерукотворный, которого князь Авгарий исцелился. Вот вам еще иконография. Крест, это в том числе спасительное для нас знамение, которое было позорной смертью, а Господь искупительное сделал, но спасительное для каждого из нас. Вот, поэтому мы не поклоняемся металлу, доске, а мы именно поклоняемся первообразу, который изображен на нем, на иконе, на металле. Не суть важно материал, суть важно, кто изображен. Если этого уже не видно, значит, для нас это уже незначимо. Так, батюшки доступны. Дальше. Я скоротечности не буду, я подряд все читаю. Как вы относитесь к современным фильмам, ужастики, боевики, комедии? Ровно. Иногда смотрю комедии. Честно говоря, вот у меня был опыт. Меня батюшка пригласил на этот фильм. Я даже и не знал, что это за фильм. Ну, думаю, знак уважения, пойду вместе с ним.
Фильм современный, который сейчас показывают в кинотеатрах, «Оно», фильм ужасов. Ну, в итоге, посмотрев этот фильм, мы с ним переглянулись и сказали, что у нас в жизни страшнее, чем в этом фильме. Потому что там не совсем логичная сказка, а в жизни у нас реалия. Так, кстати, самая первая из республик покрещена Северная Осетия. Жил я в Северной Осетии. Хорошие есть люди там, конечно. Особенно мне нравятся энергичные танцы и кухня. Так, супруг злоупотребляет спиртными напитками. Нет руки, опухоли, молилась, прощала. И слава тебе, Господи, что у вас есть терпение, рад за вас. Так, Господь всем управляет. Кому-то для смирения подается, кому-то для вразумления. А поэтому тяжелее креста Господь не дает, как мы с вами знаем. В заповеди написано: не поклоняйтесь рисункам. В какой заповеди написано? Не изображай себе кумира, но это немножко не то. Если мы возьмем язычество, скажем так, до крещения Руси, которое было, то там, когда истуканов срубали этих, и они по реке плыли, то кричали: «Вылази из воды!» То есть столбу как к Богу обращались, и кушать ему в том числе жертвы приносили. А здесь мы не приносим ни такого сумасшествия, ни еды в том числе. Хотя сегодня на кладбище приносят еды, зачем, непонятно вообще. Те люди, которые нуждающиеся, могли бы это скушать. Их не всегда бывает. Собаки, но это уже как-то пренебрежить умершему, тем паче эта еда на кладбище не нужна. Так, за Александру помоли, детей Бог не дает. Александр, напишите мне в личку, я вам напишу, что, как, кому молиться, что нужно сделать. Так, по исламу не... это ислам, не христианство, батюшка может спросить. Да, пишите, я по мере буду поднимать и читать. Бог благословит, молитесь с Матроном, можно просить. Интересно, Надежда покажет второй. А так, Надежда, получается, каждый второй в рай. Как Господь управит, так и мы попадем. Вопреки, скажем, нашим грехам, порой Господь нас покрывает своей милостью. Если мы хотя бы маломальски трудимся и стараемся исправиться через добродетели покаяния, что помолитесь, благослови Господи вас. Ну да, привет, привет. Так, добрый вечер, батюшка. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? В Ветхом Завете это до Рождества Христова жизни и описание еврейского народа и же с ним. Вот. И кто, скажем так, с ним соприкасался. Новый Завет так и называется Евангелие, то есть это благая весть о Рождестве Христовом, о чудесах его, проявлении милости к человеку, воскресение Пасхи, вот, и также Деяния апостолов. Вот это у нас сегодня с вами Новый Завет идет, который Господь преобразил ветхий и дал нам новый. Так. Останки динозавров окаменели. Почему не хотят? Секундочку, сейчас я спущу. Не находят, окаменели останки людей до потопа. Честно говоря, такой интересный вопрос. Скажем так, и останки динозавров, скажем так, некоторые уже можем массу посмотреть на Ютубе и же с ними, как эти останки динозавров делали, а потом их находили. Поэтому очень риторический вопрос. Можно сказать, что некоторые говорят, что человек от обезьяны произошел, но что-то человека, видно, обезьяны так толком никто не нашел между видов по Дарвину. Так, что делать? На читку я уже говорил, исповедь причастия. Вспомните, когда Господу привели бесноватого, Господь сказал, что постой ему молитвой, сия немощь исцеляется. Так, попала полоса. Подкрепи, Господи, вас. Так, когда придумали крест? Но это еще до Рождества Христова, это у римлян был
Это была позорная казнь такая. Как найти у вас? Ну, зайдете, тут же комментарии какие-то будут оставляться. Давайте я, наверное, вот так сейчас сделаю. Не знаю, там. Сейчас, секунду. Храни. Храни, Господь. Ну, может быть, вот так вот по отображению потом найдете. Так, почему духовенство дружит с жидовствующими властями, а они Христовы враги и всех уничтожать? Ну почему Господь тогда всех не уничтожает? Вот понимаете, мы всегда себя выделяем как какие-то сугубые праведники, а все остальные гои. Ну кто сказал, что Господь сказал, я пришел ко всем, всем народам, всем языцам. Да, он говорит, что там нельзя отнимать хлеба, но там в том месте, где он испытывает женщину и веру, это исключительный момент. Но если бы Господь пришел к одному народу, то он не дал бы апостолам жребия идти всех просвещать, евангельское слово нести, понимаете? Я не призываю там жидовствующими там как-то сильно общаться там с врагами какими-то. Но понимаете, Господь говорит, я и над и грешниками, и праведниками солнце и дождь даю. И над злыми, и добрыми. Почему мы решаем, кто добрый, кто хороший? Давайте заглянем в свою душу. Мы ли хорошие все? Может быть, с себя начать, а потом смотреть на всех? Давайте по большому счету скажем. Когда у нас на Кубани почти 100% в школах преподается основа православной культуры. Когда вы в советское время видели такое вообще, соработчество, чтобы основы православной культуры в храме преподавали? Я думаю, это показатель соработничества. А мы все хаем и хаем. Не знаю. Я надеюсь, Господь вразумит вас. В чем осуждаешь, что ему побываешь. Батюшка, помолитесь за новопредставленный Рим, Царство Небесное. Так, на мой вопрос не ответили. Будьте добры, продублируйте, я прочитаю. Почему люди, служащие Богу, такие красивые? Не знаю, скромные, потому что... Я ж отвечал, что... Так, здравствуйте. Говорит, что Библия – это еврейский фольклор. По-разному можно относиться. По мне, так это очень поучительная книга для души и разума. Как вы относитесь к гомосексуалистам? К греху? Я за нормальную, нравственную, здоровую семью. Зачем придумали свечи? Это бескровная жертва. В Ветхом Завете вы помните, что жертвоприношение было баранов, ягненков, голубей, горлиц. А свеча – это бескровная жертва. Господь сказал, не хочу жертвы, хочу милостыни. Так, а какого возраста можно крестить младенца? На 40-й день. Если есть какие-то опасности в плане жизни, можно и хоть на первый день крестить. Так, в каком грехе невозможно покаяться? Во всех можно покаяться и исправляться. А Господь говорит, я едином грешнике кающимся, радуйте небеса. Поэтому тут в любом каяться и исправляться. Скажите, почему католики молятся не как мы, тремя пальцами? Есть догматические расхождения, поэтому я пока на этом останавливаться не буду, потому что у меня минут 10 осталось. Так, поддерживаю вопрос, почему опиум для народа? Почему опиум народа? Вы знаете, мне очень нравится, как Гагарин сказал, вот вечно докажите, покажите Бога. Изумительно Гагарин сказал, говорит, если ты не увидел, не познал Бога на земле, то ты его и в космосе не увидишь. Поэтому опиум для каждого можно мудровать по-разному. Но вера, она дает нам смысл жизни, потому что по смерти будет вечность. Как принять некрещенному армянину крещение православного? Прийти в храм и креститься? Не читайте, пожалуйста, исход. Так, не сектанты, здесь промытые. Александр, сочувствую вам, даже не буду даже акцентировать.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как молиться перед иконой распятия Иисуса Христа? Спасибо вас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И в том числе благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты в том числе принял эти крестные страдания за меня. Потому что Господь не только за тех, которые были в то время, принял крестные страдания, но в том числе и за нас. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Скажите, египетская религия и культура Диониса один из, и многие другие. Я не буду сейчас пока отвечать на этот вопрос, потому что это большая тема. Какой относитесь? Я уже ответил, если еще люди здравомыслящие. Также с Кубани, а именно откуда? Ну, в общем, я так скажу. Час от Ейска ехать. В станице Ленинградская, к сожалению, называется так. Историческое название Уманское. Как найти вас? Я здесь написал ссылочку «Храни Господь» в Одноклассниках, так. А в ВКонтакте Константин, по-моему, Сергеевич Мальцев, так. Здравствуйте, батюшка, хотел бы вас спросить, вы можете помолиться за семью, чтобы никогда не расставались? Понимаете, семья – это малая церковь, и, конечно, священник может помолиться за семью, но спасение и благополучие внутри семьи – это труд обоих супругов, а не только по щучьему велению. Батюшка, я правильно услышала, что вы в Ленинградской служите в храме? Да. Настоятель храма, новомучка Испенника в церкви русской. Батюшка, 21, Рождество Богородицы, на утреннюю службу сходить не могу. Как правильно сходить на вечерю, накануне или... Ну, по возможности все понимаю, пойдите, хотя, когда есть возможность. Перед венчанием, что нужно? Беседа с батюшкой проходит, вы пишете прошения, анкетки заполняете, чтобы какие-то вопросы такие технические порешать. Вот. Ну и самое главное, исповедуйтесь, причащайтесь, чтобы более в чистом нравственном состоянии сочетаться пред Господом в таинстве венчания. Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, кто такой? Я еще раз отвечаю, я не знаю, не смотрел, поэтому ответить не могу. Я отвечаю на то, что знаю. И нести учение Иса, когда его спросили, куда сказал и неси. Сергей, не могу вам ответить. Иса там. Как вы смотрите человека с другой веры, принять второе имя со второй религии? Здесь чин принятия, допустим, если это католик или же какой-то протестант, в некоторых случаях мы не крестим, а через покаяние и другие моменты как бы человек принимает православие. Вот, а иногда полным чином крестит. То есть тут в зависимости откуда, кто он и какая ситуация. Индивидуально надо рассматривать. Вот, крестится человек и все принимает веру. Тут, я думаю, это не проблема. Так, вы пропускаете истину, которая приписана в Библии, игнорируете меня. Не знаю, что благоразумно, я отвечаю, на глупости не отвечаю. Почему может не получается с девушкой? По-разному. Может быть, вы слишком большие критерии выдвигаете, требуете от нее много, а сами не соответствуете. А вообще, конечно, много можно рассказать случаев, когда после молитв и трудов духовных Господь посылает ту женщину, с которой вы будете до конца дней своих. Батюшка, здравствуйте. Можно ли помолиться за Ксению, чтобы Господь дал ребеночка? Подкрепи, Господи. Но тут не только молитва, тут очень много труда надо понести. Деточек, Господь, поверьте уже моему опыту. Вот у меня 10 пар. Одна пара 8 лет не имела деточек.
И сегодня уже двоих имеет. Поэтому я думаю, тут в первую очередь духовная работа, есть и медицинские определенные, что нужно пройти, чтобы здоровьем своим заняться. Господь не состоит только из души или только тела. Он трехсоставен. Венчались, до ЗАГСа, после. А венчание до ЗАГСа или после? После ЗАГСа. Так, сходите, если надо. Как вы относитесь к лицу Осипова? Многие нравятся, некоторые без комментариев оставляю. Спасибо, Оси, за ответ. Тропарь кресту можно читать при крестом? Можно. Так, после ЗАГСа. Поймите, я не буду так быстро-быстро, я отвечаю постепенно, чтобы это было не разноглаголием каким-то. Так, друзья мои, у меня осталось несколько минут, я на что успею, я еще отвечу. Как вы промываете мозги? Ну, не смотрите, Господи помилуй. Так, Александр, ну смотрите, как вы сидите и глупости пишете. Спасибо, церковь может. Так, а в церкви можно в любое время ходить? Ну, когда храм открыт, пожалуйста. Ишь, скоро все придут. Ислам и будет. Ну, Господь попустит, значит, будет и нет. Значит, что вы думаете о мусульманах? Люди. Хорошие люди, ну, к сожалению, некоторые впадают в крайности. Плохих людей нет. Есть те, которые забыли о Боге. О Боге. Называются они безбожники. Так, значит, что значит батюшка? Батюшка — это такой священник, иерей, как бы оно все. Я очень осторожен с отцом, потому что есть отец кровный, есть отец духовный. Ну, как бы, если в плане какой-то официалии, там, отец Константин, в плане, как бы, наставничества. В каком монастыре вы жили на Афоне? В Пантелеимовском. Вообще смысл в том, чтобы ехать именно туда. Я думаю, когда вы поедете, вы сами все поймете. У каждого свой такой личное переживание этой поездки. Каждый находит, поверьте, ответ для себя. Батюшка, скажите, пожалуйста, а раковые умирают, в рай попадают? У меня недавно сестра умерла от рака. Понимаете, конечно, через скорби, как Господь говорит, претерпевший до конца спасется, мы искупляем, как бы, свои многие грехи. Вот, ну, в том числе важно, как она последние дни проживала, каялась ли, причащалась, приглашали батюшку. То есть тут за Господа ответить нельзя. Предположить можно, а ответить за Господа нельзя. Надеюсь, конечно, искренне, что она рай обрела по своим мучениям. Можно, чтобы висели дома. Я проблемы в этом не вижу, если фотографии такие висят. Так, Библия не... Написано, что Иисус Бог. Написано. Когда Христа говорят, покажи нам Отца, Он говорит, сколько я был с вами, вы, говорит, не увидели. Кто видел меня, тот видел и Отца. Потому что Отец во мне, я в Отце. Вот вам ответ, что Он Сын Божий и Он Бог. Так, а которого... Так, друзья мои, я прошу прощения, у меня... Время закончилось, я буду искренне рад, если вы какие-то вопросы напишите еще в личку, там, может быть, какие-то вам ответы понравятся и на моем YouTube-канале, который понемножку я развиваю, православный YouTube-канал «Боголюб». Может быть, что-то вы найдете. Кстати, о исламе очень там есть интересный ответ. Называется «Истина». Может быть, что-то вы найдете для себя там интересное. В том числе о крещении, что перед крещением. Был рад пообщаться с вами. Храни вас Господь. С вами был священник Константин Мальцев. Это группа ВКонтакте «Батюшки онлайн». Храни вас Господь.